В Казахстане снимут документальную научную трилогию о лошадях. В основе сюжета – роль животного в истории человечества. Съемки будут проходить в Алматинской области. Локация выбрана не случайно. Археологические раскопки доказали, что именно на территории Казахстана произошло первое одомашнивание лошадей. Снимет фильм канадский режиссер, антрополог Найоби Томпсон. Проект завершат в следующем году. Ожидается, что трилогию покажут на телеканалах в 50 странах мира. В съемках будут участвовать казахстанские актеры и каскадеры. Это будет большое исследование, которое будет поддержано, уже поддержано помимо Казахстана еще четырьмя странами. Это совместный большой проект. Поддерживает этот проект Канада, Германия, Соединенные Штаты Америки и Англия. Это будет такой научно-популярный фильм очень высокого уровня. И я абсолютно уверен, что это даст новый толчок к развитию в Казахстане такой темы, как научно-популярные документальные фильмы.